Человек везучий, но покидая дом, беру на всякий случай нож, пистолет и лом. И с барахлишком этим в неласковый момент я прибыл на рассвете в штаб округа в Ташкент. Сказали, коль везучий, марш на аэродром. Беру на всякий случай нож, пистолет и лом. Но не дали талону без взятки прапора, пришлось лишиться лому, зато взлетел с утра. Летели до Термеза, там звери-погранцы, нельзя везти железо, так это ж нож, отцы. Но выгрузили сразу и заперли в барак, а отдал нож за разом, взлетели только так. В Кабуле чин по чину я с борта на зим скок, как вдруг три дурачины стволами тычут в бок. А ну-ка сдай оружие, фасонить будет тут, тебе оно не нужно, тебя и так убьют. Я понял, что с Лубянки я отдал им ПМ. Юхвани и юхванки, за мир, Франшафт, Салем!